Галина Солопова почувствовала недомогание в феврале. Когда приехала скорая, вердикт врачей был однозначным – нужно делать компьютерную томографию. Результат – 70% поражения правого и 60% левого легкого. Осложнял ситуацию – сахарный диабет. В таком состоянии Галину привезли в клинике Самарского медуниверситета. Они меня, можно сказать, вытащили, как бы вернули в положение стоя, что я могу ходить, стоять. Я ушла на своих ногах. Мне вывели сахара мои на уровень учебника 5,8. У меня в жизни таких сахаров не было. За 35 дней медики СамГМУ подняли Галину Солопову на ноги и отправили на восстановление в санаторий Чкалово. Прием пациента ведется в соответствии с так называемой маршрутизацией. К нам поступают пациенты из Тольятти, из госпиталя ветеранов, ГБ номер 4, 7, 8. То есть география поступления у нас очень обширная. В зависимости от тяжести заболевания, соответственно, есть такое понятие, как шкала реабилитационного маршрутизации. И вот больные с ШРМ 3, ШРМ 4, более легкие, более тяжелые, поступают к нам. И несмотря на то, что самое страшное уже позади, Галина Солопова не устает напоминать. Носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах по-прежнему необходимо. Ольга Хамракулова, «События».